Друзья, всем привет! В прошлый раз говорил, что у меня вездеход, двигатель, точнее, у него поломался. У меня электростартер сгорел. Вот он, мой вездеходик стоит. Да, колесо все-таки спустило. Не помогает эта жидкость. Вон, натекло прямо этой жидкости сквозь большие трещины. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Взял я новый электростартер, тот починить не удалось. Вот, и сегодня хотим хотя бы частично обшить ворота для нашего гаража. Есть у меня пару кусков фанеры. Вон стоит влагостойкая фанера. Будем этой фанерой обошьем две двери. Не до конца, правда, но так, частично. Так, ну и по классике проверить, заведется ли наш второй вездеход. Первый раз не заводится пока. Ой, заводить был второй. Так. План наших мероприятий на сегодня таков. Сейчас делаем по 10 дырок в наших воротах. И на болты попробуем посадить вот эти два листа фанеры. А потом оставшиеся щели зашьем такой же фанерой. Но у меня ее пока еще нет. А так вот, влагостойкая 9-миллиметровая фанера закроет 90% наших ворот. Первую дверь поставили, сейчас будем вторую, и остается у нас небольшая щель, вот такая, но это уже потом еще такую фанерину докуплю и сделаем. Можете уже ругать, потому что тут криво, косо, не так, как у всех, зато свой. Я не включил эту фигню. Все, промежуточный результат готов. Олег, закрой, пожалуйста. Из-за того, что уголки натягивали, нахлёст получилось не совсем ровно, но зато сделали то, что хотели. Потом вот эти остатки зашьем дополнительно. Пока все. 2/3 ворот готовы.